здесь красивые украшения. Ювелирные магазины Лас-Вегаса. Знаю, что некоторые представительницы женского пола любят такую красоту, поэтому я решила поснимать то, что возможно. Витрина. Я не знаю, настоящий ли это камень, то есть природный, потому что здесь очень много камушков выращенных. И я думаю, что такое большое количество синих камней. Я, честно говоря, забыла, как он называется. В общем, есть на что посмотреть. Попробую приблизить. Вам витрина. Следующая витрина. По поводу сапфиров, мне кажется, что камни действительно синтетические, скажем так. Интересно, есть ли у них камушки поменьше? Действительно тяжело отличить натуральный камень от синтетического, выращенного в лабораторных условиях. Тут рубины, может быть гранат. Но украшения все достаточно большие и массивные, они не маленькие. Выглядит как бижутерия, не знаю, стоимость. Тяжело оценить. Цен нет. Есть что-то маленькое, аккуратненькое. Есть такое большое. Все браслеты, все кольца, они огромные. Вот так могу сказать. Здесь следующее. Витрина с желтыми камнями. Внутри магазина, я уверена на 1000000%, что снимать они не дадут, потому что я пыталась уже в другом магазине. Сказали, что нет. На любом языке тебе объяснят, что снимать не дадут. А витрины, они общедоступны. Даже если они без цен, то это не есть какая-либо сложность. Да, нам бы еще, конечно, цены в разных валютах. Было бы отличное видео. Тут вокруг люди ходят. В общем, а я тут снимаю. Для вас и для себя тоже. Будет последняя витрина в этом магазине. Красиво все так сделано, красиво упаковано.
здесь или агаты, или изумруды, или зеленые просто камушки. Но я больше уверена, что это зеленые камушки, стеклышки, потому что изумруды такие большие, стоят безумных денег, и это только для селебритис, для знаменитых людей, только для красной дорожки. Вот. Но камушки эти 100% синтетические, я прям на глаз их вижу. И последнее, фиолетовый. Ну, это уже чем-то похоже на бижутерию. Ну, честно, это по моему вкусу. Очень сильно похоже на бижутерию. Вот так вот. Надеюсь, вам понравилось такое коротенькое видео. Вот так вот выглядит магазин со стороны. Еще раз напомню, находится в Лас-Вегасе, США, штат Невада. Название магазина – это отель Венеция. Это другой магазин. Большой цветущий сакуры – это дерево из камней. Другой магазин, другого типа украшения. Здесь не так много открытых витрин. Выглядит все, конечно, не настолько изысканно, но интересно. Эй! А это жемчужинки. Очень красивые жемчужинки. Магазин называется вот так вот. Это название магазина. Еще один магазин ювелирных украшений.